Турбаза, Каменное озеро. Время 5 часов по нулям. Выезжаем на паром. Рождественно. Прямо от дома, можно сказать. Дринчи Поппер. За полчаса или даже раньше мы должны добраться до него. Сегодня 24 сентября. Желтых листьев практически не видно. Открываем ворота. Вот, в кромешной темноте. Погода за бортом плюс 8 примерно. Днем было до 20. Вчера, по-моему, чуть меньше. Он выразил надежду на то, что этого не повторится, и добавил, что МАГАТЭ остается на чеку. Поехали! Ворота у нас на замке. Время 7 минут. Ничего страшного. Еще проверяем опять это крепление. Мы ее сейчас еще подтянем. Я ее потяну. Это я попробую еще подтянуть. Да вроде бы держится. Но до этого это крепление прошло удачный эксперимент. Скажем так. И оно ни на йоту не отошло с него. То есть штатив отличный для автомобиля, для съемки с телефона. Камеру можно повесить тоже сюда, что угодно. Блять, дезодорант татарский, блядь, заебал трястись. Бу-бу-бу-бу. Выкинуть его давным-давно, все равно уже не дезодорант. То есть вот туда мы проезжаем, здесь вот замечательно, а обратно здесь надо с той стороны смотреть. Эта сторона лучше. Ох ты, дерево. Я этого еще не видел. Это не преграда, да? Преграда. Его лучше выкинуть. Ехать нельзя. Да нет, слева ветер был сильный, слева видно
деревья плохие. Здесь две дороги. Вот та, где я застрял, а вот это вот мы поедем, где я пока что еще не застревал. Здесь мало вероятность застрять. Здесь нет таких, как на той дороге, длинных. И здесь все абсолютно практически покрывается деревьями. Как-то достала татарская хуйня бахать. Но этот одеколон говорит о том, что поменьше болтай машину, меньше буду стукать. Достать надо при съемке хотя бы. Отвлекает. Держать приходится, наверное. Взял на турбазу, думал, что что-то забыл, и точно ноутбук забыл. Два здесь лежат, один дома. Сейчас опять почему-то такое впечатление. Кажется, ничего не забыл. Иногда бывает это обманчиво. Да, не думал, что задену, но задену. Забыл я. Задание сам взял, что делать сегодня, потому что дел очень много. Можно что-то и забыть, действительно. О, здесь туман. Опять эта песня Макаревича. Туман. Нет, не похож на обман. Туман несет. Не так течет. По времени особый счет. Куда угодно. И вперед туман людей глотает миг, и шанс вернуться невелик. Туман скрывает след и глушит крик. Вот словесный запас у нашего любимого еврея какой хороший. Был и остается. Молодец. У нас 15 лет с ним разница, а я родился. Вот как получилось так родиться мне в день образования группы «Машина времени». Все, говорят, думали, «Машина времени», как Андрей сказал, образовалась тогда-то, тогда-то. Нет, «Машина времени» образовалась 27 мая 1969 года. День моего рождения. Спасибо, Андрей. Это какое-то провидение. Ну вот туман. Если бы лунное было, луны нет, маленькая луна. Кстати, за два года вот все резинки целы, подшипник ступится, и все. Это нормально. Ну, сколько раз я? Раз в неделю, вот считай, эта дорога. Не раз, а два получается. Один раз уезжаю во вторник, и во вторник, если успеваю дела сделать, приезжаю, а если не успеваю, то в среду приезжаю. Или в четверг. А сейчас у нас еще и на четверг дела, и тоже и в пятницу только ехать. Назначили мне явление к судебным приставам. Но я могу сегодня, может, на дурочку пойти. Попробовать сказать, что я записан. Уезжаю с натурой. Я позапрошлый его уже ремонтировал. У меня
забрал его. Конечно, навряд ли он его проверял, хотя я ему сказал проверить. Как ни странно, после ремонта он работал. Хотя до этого я два раза ему таскал. Бог троицу любит. На третий раз он его отремонтировал. И прошлым годом он точно работал и работал без искажения. А сейчас не видит его. Ну или тоже. То есть драйверы, может, какие-то обновлять надо. То ли что. Лесу самое, в принципе, основное пройти. Но вот я в 7 минут здесь уже еду. Обычно за 10 минут проезжал. А сейчас нет. Сейчас 8 минут. Только здесь. За 3 минуты до трассы. Навряд ли доеду. Время уже 15 минут. Но это время потихоньку уходит, потому что дерево стояло, во-первых. Здесь дорога обычно хорошая. Так, я тогда здесь в тот раз поехал и пожалел. Объеду тогда вот здесь, вот эта вот дорога средняя. Хотя, по-моему, как не поехать, все равно получишь бочку. Ну и как ни странно, здесь будет действительно более-менее. Вот эту среднюю и надо в следующий раз тоже выбирать дорогу. Тут с нее прям я уже проехал. Нет, вот так бы я вышел на эту дорогу, на среднюю. Так я на ту. В следующий раз так не буду ездить, она лучше стоит. Еду как Николай Яковлевич мне сказал. Здесь, говорит, гладко и гладко. Правильно ему на УАЗике. Николай Яковлевич, на УАЗике вам там была бы гладко. По-моему, сказано было абсолютно правильно. Действительно, похоже, что ее накатали, нам перестали здесь ездить. А я даже и здесь вот ездить себе не стал. Стал ездить дальше. Потому что перед подъемом наверх еще лучше дорога. А здесь вообще мало кто ездит. Наверное, как и я. С Николаем Яковлевичем. Ездят и дальше. Дальше ездят рыбаки. А нам надо здесь вот уходить. Опа-опа. Ничего. Как в сервисе говорят. Молча уже защиту направляют, потому что всегда нет. Ну что, здесь дорога так же, как и там. Единственное, вот здесь вот этот подъем намного лучше. Ну, короче, здесь кто захочет приехать на лодке, даже не доедет. Потому что здесь надо вживую ехать, смотреть. Как и где едешь. Но раньше в это время уже рассветало. Даже, в принципе, когда я выезжал, уже было и светло. Это когда было в июне. А сейчас октябрь на носу. Сегодня 24-го. Через неделю октябрь. Все на трассе. Ну вот до трассы мы доехали 7 минут. Выехали за 11 минут. Тоже неплохо. Да, ничего не путаю. Кстати, все разлиновано белыми полосами. Замечательно. Полосы. В той короткометражке грузинской.
ставили здесь. Порисовали и ставили. Пластмассовые эти знаки. Красота здесь вот мир. Справа освещается. Там, по-моему, лесник. Там лесника. До него тоже газ проведут. Резкий поворот написано. Конец села Отгород. Приехал. Ну да, в принципе, грубо говоря, неделю назад уезжал.
работаю в городе. Сейчас отсюда еду. По делам. Очень важно. А зимой надо иметь две машины. А, ну машины тоже зимой переправляются. Но только когда сильный лед, это очень редко бывает. Последние года тепло. И Волга не всегда встает, чтобы большие машины еще сегодня ходили. Хотя бывает такой отрезок времени, когда на машинах ездят. А так все машины с этой стороны, машины в городе. В городе, до города на воздушной подушке практически всегда можно доехать. Подушка воздушная в любое время ходит. Вот 120 мы сейчас идем. Я думаю, что мне на
проехали было 7 минут, у меня четко на спидометре. Так, дальняк-то люди уже в куртках. В шортах уже не походишь. Кстати, неделю назад можно было еще и в шортах ходить. Так убирали, да, дальняк. Вот ровно полчаса. Нет, на паром еще. А, люди, может, уже и едут. Вот, где мы стоим. Ну нет, на паром еще не едут. Вот такая, в общем, дорога на паром. Стоп!